Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина О'Нил Спенсер, член вашего жюри. Вот хочу пробежаться по вашим результатам и рассказать, кто мне понравился больше всех, скажем так. Ну, много было очень сильных участников, особенно в вокале. Конечно, тяжело журить разные стили. Мне очень понравился и академический вокал, и джаз мне понравился, шансон мне очень понравилась участница. Вот сейчас про них расскажу. Ну, до 10 баллов, самая высокая оценка 10 баллов, я поставила Джулия Вайтескальти. У нее был академический вокал, молодец. Значит, очень хорошо исполнила свой номер. Мирза Сарпашев 10 поставила, тоже молодой участник. Исполнитель, кто пишет песни, значит, кто мне понравился. Дина Музабекова, 10, из Казахстана. Спасибо большое за участие. Мы вас ждем в наших конкурсах. Также желаю вам хорошего творчества, здоровья всем, вот, и душевных полетов.